Завершился период проверки сведений, которые предоставили в избирком Югры кандидаты, заявившиеся на предстоящие выборы. Определены все участники большой избирательной кампании. Так, на выборы в Государственную Думу Российской Федерации идут 17 человек. В Тюменский областной парламент 35, в Думу Ханты-Мансийского автономного округа 8 партий. 78 кандидатов по одномандатным округам. На выборы муниципальные 1077. Председатель окружного избиркома Денис Корнеев конкуренцию на предстоящих выборах назвал очень высокой. У нас традиционно муниципальные выборы всегда были самыми конкурентными, и здесь количество кандидатов достигало там и 5, 6, 7 на округ. Но в эту кампанию удивила активность политических партий на региональном уровне. То есть мы видим, у нас 8 партий, 4 непарламентских. Это очень высокий показатель, даже в среднем по стране. Также Денис Корнеев подчеркнул значимость центров общественного наблюдения. В таких будет идти круглосуточная трансляция с избирательных участков, организованная на базе центров наблюдения за выборами, расположенных во всех 86 субъектах страны. В Югре это будет региональный общественный штаб при общественной палате.